Смотри, выбрался я на поверхность, а, к сожалению, вроде бы дверей у меня больше нету. Да, дверей нету. Но, в принципе, можно было прямо здесь сделать верстак и смастерить дверь. Ну ладно, оставим здесь пока вот так. Здесь смотри, какая история. Вот здесь я нарвался на пещеру. Смотри, мы сейчас сделаем ход в обход. Пещера с водой. А мы сейчас ее обойдем. Так, вот так, вот так. Вот тут вот, вот она, вот здесь пещера с водой. А мы обойдем ее и пойдем дальше. Пойдем дальше. Если что, как говорится, опять придем к воде, то просто-напросто... Что это? А, кирка кончилась. Просто-напросто тоже обогнем. Моя задача как можно дальше проложить подземный ход. Мне просто это интересно. Так, здесь уже пошли какие-то новые материалы. Так, опять. Втыкаем свет. Так, и смотрим, куда мы пришли. Мы пришли опять в подземную пещеру, которая заполнена водой. Так, намек понял. Так вот мы здесь, чтобы пройти... Вот так сделаем, все. Ну и вот, собственно, что тут? Просто вода, просто озерцо. Хорошо, я вполне согласен. И давай мы с другой стороны и пойдем вот здесь спокойненько дальше. Вот здесь у нас есть еще одна лучина. И идем дальше. Так, а здесь что такое пошло? Вроде как земля. Так, и мы пришли еще и к пещере. Опять к природной. Так, грандиозно. Грандиозно, хорошо, я все понял. Так, вот здесь имеет смысл воткнуть факел вот сюда. Вот так, чтобы мы видели вход. Здесь что и как у нас будет? Так, здесь мы тогда сейчас подложим немножко булыжника. Так, сделаем тут нормальное кольцо, что называется. Вот так. Вот так. Вот здесь сделаем перила. Вот так. И вот здесь куда-то у нас тоже вход. Как интересно. Ага. Так, тут всякие какие-то летучие мышки, ладно. Так, ну хорошо. Здесь потом тогда будем изучать. Здесь тоже не мешает нам поставить дверь. Так. Не мешает поставить дверь. Вот здесь мы потом ее поставим. Вот и все. Спокойно. А давай вот тут почистим, чтобы у нас было тут крыльцо. Шикарное. Вот так. О, нормально. Нормально. Высший пилотаж. Тут уберем. Что тут у меня? Так, спуск. Так, спуск. Ага. Давай здесь залепим булыжник. Так. А, вот так примерно, ладно. Так, здесь у нас, к сожалению... А как его осушить можно, интересно? Давай-ка попробуем. Может, оно уйдет? Оно не хочет больше уходить. Должно уйти, по идее. Там я поди что еще и утону. Блин. Не-не-не-не-не. Я туда не хочу. Блин, давай тогда туда уже булыжника набросаем. Оно туда не хочет бросаться. А, ну слава богу, он умеет плавать. А он не хочет бросать булыжник, ставить в воду. А вот хочет. Так, это обложим, чтобы этот колодец не упасть. А, вот что я могу сделать, смотри. Я же его, во-первых, могу обложить. Вот так. А во-вторых, просто сделать здесь сухой путь. Не хочет. Так.
Он туда не хочет. Ага. В принципе, можно было попытаться, конечно, заложить. Так. Вот так, отлично. А тут я боюсь провалиться, конечно. Ну. Так. Так. Сейчас, сейчас заложим. Все, это заложили. Выходи. Так. Ну, еще, еще. Так. Ну, почти, почти заложили. Все. Все, отлично. Здесь тоже. То есть, фактически, мы с вами... Получается, что весь водоем заложили. Так. Шикарно. Хорошо. Этого вполне достаточно.